Привет. Сегодня протестирую еще одну функцию отправки уведомления оператору. То есть, если вдруг клиент, пользователь системы запрашивает срочную помощь медицинскую, то система распознает это как голосовую команду и отправляет соответствующий запрос диспетчеру, который должен за это отвечать. Сейчас я уже систему запустил. У меня телефон играет роль в качестве нашего диспетчера. Вот. На него будут приходить уведомления, что клиент вызвал помощь. Так, начнем, наверное. Скорая. Идет вызов, сейчас проверим. Команда прошла, сейчас будет оператору произведен вызов. Можно увидеть, что пришло сообщение, в котором говорится: срочный вызов сотрудника скорой помощи на дом. Ну и как пример ID клиента я записал. Это FS41. Вот. Постепенно я отлаживаю систему, то есть она уже работает с меньшими сбоями. Правда, с интернетом какие-то на самом деле проблемы, и работает это в режиме онлайн очень медленно. Мне это не нравится. Подкинули здесь мне пример при использовании Android и офлайновской библиотеки. Думаю, позже его рассмотрю. Телефон будет иметь связь с компьютером, а компьютер уже будет отправлять команды на нашу Arduino и коммутирующие соединения. К примеру, сейчас мы включим свет. Это просто пример, что все у меня работает. Свет! Если вы сейчас видите, на мониторе появилось у нас окно запроса. И вот единственное, что я сейчас пока не знаю, почему он висит. Либо это множественные запросы с одного IP-адреса идут в сервис IP, и он их фильтрует, не все пропускает. Либо какая-то ошибка, что ли, программа. Ну, это не так критично, и с этим все работает. Но все же это неудобно. Еще раз. Включить свет. Включить свет. Кстати, система у меня еще умеет говорить. Это остатки от старого функционала моего, который я когда-то хотел сделать, используя стандартные библиотеки Windows. Но, в принципе, этот пережиток времени можно убрать, но мне пока не нравится. В общем, спасибо за внимание. Как видите, вызов сотрудника на дом через посредством SMS-сообщения у нас работает, и клиент может вызвать себе помощь. Так, свет у нас включился, но лампа у меня была выключена, потому что здесь плохое соединение. Бардак тот еще, поэтому. Должен был вообще сработать. Ладно, ерунда. Все это ерунда. Светодиод загорел, который показывает индикацию, так что все нормально. Спасибо за внимание.